Приветствую вас, друзья мои, с вами Антонина. И сегодня я хочу сделать таро-прогноз и немножечко рассказать про белого ангела. Кто такой белый ангел? Это светлые силы, которые нам даются при рождении. С 14 марта по 13 октября 2019 года белая луна переходит в знак Девы. Как проиграется это для каждого знака зодиака, мы сейчас посмотрим. Как будут помогать вам духовные силы, светлые силы, как помогут они вам развиваться и какие они будут делать подсказки вам. В первую очередь, конечно, хочу поздравить всех овных с днем рождения. Любимые мои овны, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам светлых помощников и светлых ангелов на вашем пути. И если мы сейчас говорим про ангелов, конечно же, я открою для каждого знака зодиака по одной карте ангелов-хранителей, таро ангелов-хранителей. И начнем, конечно, традиционно с овнов, ведь у них дни рождения сейчас у овнов. И что им подскажут ангелы, мы сейчас посмотрим. Зажигаем свечи и посмотрим. Так, для овнов белая луна войдет им в шестой дом. Шестой дом – это дом работы. У многих овнов поменяется статус, поменяется, может быть, цели. И хорошо им пойдут их начинания, укрепится здоровье, покровители, поддержки появятся. Они ясно будут думать, как понимать, как распоряжаться в своих делах. И мы сейчас посмотрим, ой, десятка пентаклей. Посмотрите, сразу говорю про овнов, прекрасный сюжет развивается в их жизни. И сразу открывается древо рода. Десятка пентаклей. Мы все стремимся к десятке. И, конечно, я овнов поздравляю не только с днем рождения, а то, что белая луна им покровительствует действительно в достижении целей. И то, что они сейчас начнут, то, что, к чему они устремляются, к чему, над чем работают, все это будет приносить приличные доходы в дальнейшем. Посмотрите, какое древо рода им помогает. И, значит, ангелы помогут им в их начинаниях. Дальше. Тельцы. Тельцы у нас сейчас Уран перешел к ним на 7 лет, и они немножечко у нас баловни судьбы. И белая луна заходит к ним в пятый дом. Те тельцы, которые мечтали завести ребеночка или еще как-то дети будут радовать, то, что все, что связано с детьми, в первую очередь будет их радовать. Потом тельцы сами засияют, скажем, будут светлее в душе, что ли, творчество будет у них как приносить доходы. Те, кто были одинокими, у них как романтические встречи перейдут, более теплые отношения и, скажем, может быть, они кто-то пойдет в ЗАГС. То есть в торговле у них будут идти преуспевание дела. Посмотрите, и у них десятка жезлов. Говорю, и следом же такая карта следует. Посмотрите, здесь два рога изобилия. Вот это разве не баловень судьбы про тельцов? Что можно сказать? Посмотрите, сколько возможностей вот эти жезлы. Это и успех в работе, это клиенты, это торговля, это детки радуют. То есть отовсюду им белые светлые силы будут помогать. Так как мы сегодня говорим про белых ангелов, значит, все будет говориться о светлых достижениях. И посмотрите, именно такая карта, я тельцов поздравляю. Замечательная у них карта вышла. Дальше, что же скажут нам близнецы, близнецам белые ангелы? Для близнецов белые ангелы, белая луна будет в четвертом доме. Это все
все их мысли и цели будут направлены к семье, к детям тоже, к роду, много как будут общаться с родом, вопросы будут решаться с недвижимостью, дом, может, приобретение, хорошие контакты, уют будут создавать в семье, наследство многие близнецы могут получить, и то есть все, что связано с корнями, клиенты хорошие, земельные участки, может, приобретут. Для них вышла карта «Тройка жезлов». Посмотрите, действительно, здесь «Тройка жезлов» – это новые возможности. Но они, близнецы, будут много думать, как принять предложение, не принять. То есть, видите, здесь как и соблазн, вот это ангел соблазна, и то есть они будут много размышлять над тем, что правильно они делают или неправильно, сделать выбор или не сделать выбор в том или ином направлении, но все-таки они выберут, несмотря на то, что здесь ангел искушения рядом встает. Ну, близнецы, они у нас отчаянные ребята, скажем. И я думаю, они выберут правильное решение. И все-таки эта карта хорошая, тройка жезлов, это когда начинание, они нас радуют. Вот так. Раки. Для раков белая луна будет в третьем доме. У раков будут много путешествий, контакты, приобретение нового автомобиля, много общения. Третий дом – это клиенты, общение. Улучшатся мыслительские способности, знакомства, связи, контакты. Много очень информации придется им перерабатывать. Ой, для них вышла королева мечей. По-моему, им второй раз уже такая королева выходит. И посмотрите, год парящего орла 20 марта вот начался. И у них здесь ясно знают, что делать. Твердо сидят на троне, знают, как действовать. В законе, между прочим, раз мечтает. И парящий орел – это покровители, это небеса, им будут помогать. То есть тоже много хороших, приятных сюрпризов у раков будет. И знакомства и связи, которые будут у них новые появляться, это они как судьбоносные, как покровители войдут в их жизнь. Тоже замечательная карта вышла ракам. Львы. Для львов белая луна будет во втором доме. Но второй дом у нас дом финансов и деятельности. То есть львы будут раскрывать свои таланты и их потом использовать как дополнительное средство, то есть как бы раз дом финансов, и через свои таланты, раскрывая эти таланты, будут идти к ним дополнительные доходы. То есть, но сейчас посмотрим, какая им карта выйдет. Ой, что-то мне здесь. Им вышла королева жезлов. Королева жезлов – это как раз вот про львов. Они сидят на троне, и как это помощь, видите, корни, здесь вот корни, то есть как тоже это корни, это как раз таланты, то, что нам заложено с предыдущих воплощений, то, что мы умеем хорошо, легко делать, и, конечно, это творческие проявления у львов могут быть, и видите, здесь они радуются тому, что здесь они как достигают успеха и как много помощи отовсюду будут, и это, конечно, будет проявляться через их творческую деятельность. То есть им надо как-то заявить уже о себе миру и начать показывать свои способности широко. Вот так, вот такой совет вам, дорогие львы, потому что пора уже вам как раскрывать себя. Девы, так как белая луна именно вошла в дом дев, в первый дом, а это наше «я» и самовыражение, это, конечно, легче всем будут контакты, и высшие силы будут
вам помогать. Да вы сами станете проводниками высших сил прежде всего. И как к вам будут тянуться люди, клиенты, будут с вами согласовывать, советоваться очень много, потому что ваши слова и мысли более, скажем, покажутся трезвыми для других. И у дев улучшится характер, укрепится вера, вера собственной силы, девы обретут смелости, духовные, скажем, поддержки, духовные, как некоторые девы займут руководящую должность, потому что и им вышла девятка пентаклей. Посмотрите, действительно, здесь девы, ангел сидит, и, посмотрите, девятка, монеты. То есть, ну, конечно, как всегда, и работать придется много, и лестницы вот карьерные, взлеты, и которые, то есть много возможностей будет у дев. Девятка пентаклей — это шикарная. И собачка рядом спокойно лежит, значит, враги и недоброжелатели отступят, перестанут про дев сплетничать, и девы спокойно будут работать и улучшать материальное положение. Посмотрите, сколько финансовых возможностей у вас, девы, появится. Но, конечно, везде вам придется потрудиться, но доходы просто радугой встают над вами, и вас это будет радовать. Конечно, здесь и путешествия, видите, моря, океаны здесь, как показывают, ну и рядом с девой трудовые инструменты. Это как же без труда для девы. Следующие знаки у нас весы. Для весов белая луна будет в 12-м доме. Весы, наконец-то, 12-й дом – это дом уединения. Весы, наконец-то, придут к какому-то твердому решению, что как пора что-то менять, кардинально менять в своей жизни для улучшения. Но у них еще и вещи сны. Как слушайте, что вам говорят белые ангелы, и как, что будут вам подсказывать, потому что они сами как станут психологами, и какая карта у нас для весов выйдет. Тройка пентаклей. Ну, посмотрите, как ангел старается решить ваши все финансовые вопросы, материальные вопросы. Посмотрите, какой красивый ангел целую корзину монет, золотых монет вам тащит, дорогие мои весы. Вот. И на этой ноте вот как бы запечатлите их у себя в подсознании, что все, что вы делаете, это только улучшит ваше материальное положение. Так что весы, смелее, хватит уже вам сидеть. Вы очень долго раздумываете, сидите. Тем более сейчас планета Венера, ваш покровитель, она как бы будет вам помогать. Вот когда обязательно звонит телефон. Вот когда я снимаю видео, всегда звонит телефон. Вот. Но мы не будем на это отвлекаться. Весы — для вас замечательная карта. Тройка пентаклей — это творческие начинания, творческая деятельность, и то, к чему вы стремитесь, принесет доходы. Скорпионы. Для скорпионов белая луна войдет в 11-й дом. 11-й дом – это дом друзей. Много общения, как много будете себя рекламировать, спонсоры у вас появятся, улучшится отношения с друзьями, как и вот эти новые друзья как-то вас поменяют, скорпионов, то есть поменяет ваше мировоззрение, поменяется переоценка жизненных ценностей. И многие скорпионы как поменяются, внутренне поменяются, станут лучше, как и для них выходит, как я говорю, вот много ангел, семерка мечей, это перемены, действительно перемены, и много, как, так как у нас мы сегодня позитивную сторону рассматриваем, и вот это много решит, ангелы помогут много решить тех вопросов, которые до сегодняшнего дня не решались. Но это и перспективы, то есть то, к чему вы стремитесь, они дадут ход движения. Ваш ангел
взваливать себе на плечи все ваши вопросы, которые не решались до сегодняшнего дня, и он смело идет и решает ваши вопросы. Посмотрим дальше. Для стрельцов. Для стрельцов белая луна заходит в 10-й дом. Это карьера, смена статуса. Конечно, много будет помощи стрельцам от нужных людей. Популярность, деньги, карьерный рост у многих стрельцов. Потому что 10-й дом – это у нас карьера. И для вас выходит карта как раз, так как я говорю, сегодня мы говорим о позитивном, десятка мечей, то есть действительно выходит из трудной ситуации, если проблемы были со здоровьем, они начнут улучшаться, потому что ваш ангел закрывает все препятствия, все трудности, ангел он закрывает их в шкатулку и говорит, все, этих проблем больше нет, этих вопросов нет, потому что стрельцы по-новому, в новом направлении и обновленные пойдут по новому пути, хоть в бизнесе, хоть в делах, хоть со здоровьем, хоть во взаимоотношениях, новый проект, новые начинания. Так что я поздравляю стрельцов, что у них начинается новый период и с повышением карьерного роста и материального благополучия. Дальше. Козероги. Для козерогов белая луна входит в 9-й дом. Это образование, 9-й дом, но это и как тоже повышение статус, как меняется духовное мировоззрение, дальние поездки за границу, за рубеж, интернет, интерес, кругозор, расширится кругозор. Удачные будут поездки заграничные. В общем, у козерогов как начинается новый этап, и те начинания, которые они, то есть, ну, они больше будут связаны с хобби, с любимым делом, то, что им нравится, и это у них начнется расширяться. И тоже материальное приведет к улучшению материального благополучия. Для них вышла карта Иерофант. Это действительно вот закончился у козерогов трудный период, и так как Сатурн вошел сейчас в их дом, и белая луна в 9-й дом, им, в общем, все, что мешало, тоже отступает, и это новое. И это вот подарки судьбы, вот здесь у ангела, здесь подношение барашки, да, жертвенные. И действительно, за их труды идет им вознаграждение. Ангел просто их одаривает сюрпризами и большими деньгами, например, можно даже так сказать. Я рада за козерогов. Водолеи. Водолеи, белая луна заходит им в 8-й дом. Вот за кого я рада, так это больше всех рада за водолеев. Потому что у них начинается период больших денег. Ну, здесь, конечно, и взаимоотношения, и интим. Избавит водолеев от страхов, отступит все их проблемы. Трудные вопросы, связанные с финансами или с кредитами, они разрешатся, так как у водолеев начинается новый этап. И получение финансовой помощи, это может быть из разных источников. Это может быть и наследство, и помощи друзей, и сами они начнут развиваться и открывать новые дела, которые у них будут приносить им доходы. И высшие силы будут помогать и защищать водолеев от скажем, будут, ну, то есть будут оберегать от завистников, от неправильных решений, например, ну, чтобы подвоха не было, скажем, в их начинании. И им вышла четверка жезлов. Посмотрите, это радость, это ангел. Посмотрите, какие силы. И не два, и не три, и не один, а четыре ангела, которые здесь
празднуют. И, то есть огромная поддержка и свыше. То есть люди здесь внизу, вот посмотрите, восхищаются вашим начинанием, вашими делами. Вдали смело идите в своих действиях и начинаниях. Вам просто великая сила будет помогать и защищать вас. Потому что они вдали вообще поменяются сейчас. Они станут лучше, они станут другими, они станут деятельными. И плюс еще такая помощь и поддержка от ангелов, это как бы, то есть как совершенно другими станут водолеи. Дальше у нас рыбы. Для рыб белая луна заходит в седьмой дом, днем партнерства, дом партнерства. То есть у рыб поменяется окружение, новый круг окружения будет, ясность того, что они к чему стремляются, будет им вести на хороших людей, на хороших спонсоров, покровителей. И под защитой, скажем, ангела будут защищать их дела. Много чудес будет у них в жизни происходить. И для них, посмотрите, ангел льет из кувшина, из двух кувшинов. Это две энергии, две это дотации, это подарки. Посмотрите, рыбы, звезда, это исполнение желаний. В общем, шикарная карта вам вышла. И как много неожиданных сюрпризов и подарков будете получать от жизни. Я говорю про чудеса, и такая карта с ангелами, с двумя кувшинами, которые небеса вам льют. Ну, рыбки, вы действительно любимчики, фортунчики небес, которые вам покровительствуют. И это вам, я вас поздравляю, и это вам как бы придаст уверенности и возможности, много в жизни что-то поменяется. Ну, вроде бы всех сказала, поэтому поздравляю всех с тем, что как белая луна покровительствует, как вам покровительствует, и в хорошем направлении, и с помощью, с поддержкой. И я вас всех поздравляю, люблю, обнимаю. И подписывайтесь на мой канал. Всем рада. Пишите свои комментарии. И до новых видео. С вами была Антонина. Всего доброго. Пока.